Национальный холдинг «Байтерек» намерен купить Сбербанк Казахстан. Глава агентства по регулированию финансового рынка подтвердила, что сейчас ведутся переговоры о продаже. Сам российский банк включили в санкционные списки, после чего его вкладчики столкнулись с рядом неудобств по переводам и оплате картами. Помимо этого, у российского банка нет возможности привлекать дополнительное финансирование. Казахстанский же филиал продолжает работать. Хотя его тоже коснулись изменения. В апреле «Халык» выкупил у Сбербанка часть кредитов. Сумма сделки составила 330 миллиардов тенге. На данный момент в агентстве по развитию финрынка оценивают казахстанский Сбербанк устойчивым и платежеспособным. Право собственности, 100% акций, если сделка состоится, оно будет передано соответствующему покупателю. Это не потребует получения новой банковской лицензии. Это не означает, что появится новый банк. Это тот же банк, просто поменяется его акционер.